Перед тем, как обрабатывать участок от клещей, мы проверяем его популяцию наличия иксодовых клещей. Ну, проходим с полотенцем и проверяем популяцию. И сколько попадется нам клещей на полотенце, мы уже определяем дозу, прикидываем дозу, какую надо необходимо для обработки данного участка. Определили дозу, затем идет, если высокая трава, то идет подкашивание травы, потому что легче уничтожить клеща на низкой траве. Идет подкашивание, уборка территории, может быть, от мусора и все такое прочее. И уже определившись с дозой, приступаем к самой операции уничтожения иксодовых клещей и также клещей, которые на животных могут попасть. Проводим это все очень тщательно и качественно. Сначала идем по внешнему периметру участка, затем переходим в внутренний периметр участка и обрабатываем все полянки, площадки, не трогая пахотные земли и грядки. Все, операция быстро проведена. После этого 2-3 дня, желательно, чтобы была хорошая, ясная, солнечная погода, препарат начинает действовать сразу. И через 3 дня уже можно будет посещать этот данный участок. И на полтора месяца мы обезопасим ваш участок от иксодовых клещей. Полтора месяца
мы обезопасим ваш участок от иксодовых клещей.